Так, ну нам еще вообще переезжать, конечно, да. Повеселимся в этом плане. Так, я шрам спрячу, короче. Да, на седьмую ночь очень полезная штука. Куда ты хочешь шрам спрятать, я что-то полезно? А, это срам. А, ладно, тем более спрячу. Да. Надевай штаны. Саш, у меня для тебя кое-что есть. Вот ты вот кофеек просил. Еще тебе на покушать и не помню, клей. Что тебе надо, ты там хотел что-то делать или его пока просто в сундук убрать? Я вроде все скрасил. Ну сейчас я чекну в этом. О, статьи еще я хотел. Может грейд какой-то себе. Да я вроде тебе все, что просил, скрафтил. Блин, мне кажется, или где винтовка? Скорее. Я слышу этих тварей. Она 5 минут еще готовится. О, неплохо. Так, ну если есть эта крыса, значит сейчас еще придут, я так. Урах, могут еще сделать патронов. Попытайся еще эти поискать мегакраши. Слушай, я, кстати, давно уже очень не видел. У меня тут то, что лежало как-то в еде. Короче, ну вот, и могу тебе сейчас мегадавку одну дать, которую есть вниз. Или сам забери. Так, бетон подъехал неплохо. Все у нас там цементом. А, кстати, слушай, в эту печку, наверное, можно помимо земли-то будет еще и цемент отгрузить. Что-то плавилось. Шикарно. Земля этого песок есть? Песок делают, ну. Есть. 4000. Пока хватит. Дай-ка. На, тебе сразу и... песок, вдруг ты цемент где-то нашел, ну и бетон, соответственно. Да мне земли до хрена мне нужен. Ой, цемент это хрена, мне земля нужна. Чтобы его в бетон. Камень тебе, может, нужен. А, камень. Он тоже в этом сундуке, да. Ну и вот еще 6 кусков его на всякий случай. Быстрее. Ты так примагнитился за бомбу. О, 625 наконечников пуль еще можно сделать. У нас, оказывается, не лидно не хватало. Которого, кстати, еще не так мало. А клина мало было. Замечательно. Лид-то в другой этой печке. Ну, здесь он просто уже переплавлен. Но почти на стак пуль хватает уже. А, нет, даже хватит, я думаю. Учитывая, сколько пуль в этом говне. Так, еще 200 подоспело, выложил крыло. Порох, немножко бенза, опять аптечек. Отлично. Кстати, пивасик есть, 6 штук здесь. Я говорил, что он у нас есть. Так, подварить пока особо нечего. Я кукурузу хотел размножить, а это мне надо. Ой, мяско, помню. Землица русская. Что еще? А, и селитра. Блин, 12 штук только. Капец. Ой, еще 6 пива нашел, нифига себе. Порядок в том месте. Кстати, тебе какой чай-то нужен? Для эликсира? Не, цвет какой. Ну, я говорю, для эликсира. Красный? Красный. Так, сейчас сделаю. Тут цветочки нашел собранные. Есть штуки. Yeah.
Офигеть, тут песка, однако. Меня все устраивает. Что-то там вздохнул так тяжело. Я чихнул. А, здорово. Я думал, ты там обосрался от чего-то, типа... Это зомби или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Думал, это проявление твоей эмоции такое. Хоть какие-то эмоции, да? Да. А то все на покерфейсе там зомби хреначишь. Я там, кстати, точилу не надо заправить, нет? Ой, денег принеси, пожалуйста, Коль. Сколько? А там одним стаком есть 11 тысяч добитки. Я, кстати, это сейчас остальную броню буду делать, поэтому остальные эти неси, я буду разбирать. Нет, кого? Кусочки брони. Не, у нас есть такое? If you're feeling under the weather. Nothing this time. А подожди, я там немножко баблишко заберу тоже чуть-чуть. Консерву покупать. Рычек. Как консерву в автомате. Для вкусняшек. 400 почти собрал. Вот. Баночка чили, не помню, что делать, но делать это хорошее. Консервный тунец. Из консервы? Ты хот-доги делаешь из чили. Да, точно. Хот-доги. Тунец я так и не смог, значит, ингредиентов не хватило на этот. Тост, по-моему, тунцов какой-то там. Кстати, у меня миссия... Армейский шлем 5 уровня, армейский жилет 4 уровня. Я буду тебе, ты же армейк качал. У меня армейский жилет 4 нет, я его не качал. Я просто его нашел. Нет, армейский есть нет. Армейский поножи 5. Армейский это вообще что? Какое, какая вкладка? Это легкая. Пистолет. На силу тяжелая, на... а на с... внимательность. Нет, там такой. Броня есть только в пистолетах и в дробовиках. Ну и насрать. А что вообще прокачка брони дает? Она как-то способствует. Легкая броня. Вы создаете плохую. Страх перед движением меньше, выносливость не действует, ага. Ага. Понятно. Основная фишка, что ты можешь создавать более крутую. Спасибо за винтовку. Ну-ка, ничего у нее. Во, вот это я понимаю, 19 патрон. Вот это уже удобно. Закопанные очень... припасы 500 метров, да я даже не хочу налететь. А я хочу, давай вместе ходим. С динамитом скроем. Точно, которого нет. Ничего, ну, у меня пуль есть, да. И мне как раз земля нужна, у нас земля кончается немножко. Сейчас, только что я хотел... А, я посадки хотел снять. Ну что, поедем на миссию? Ты ее не раздал. Я знаю. А я не могу ее раздать. В смысле? У меня кнопочки такой. А, так это бумажная, что ли, у тебя миссия-то была? Да нет. Торгаша, может, мы с тобой не это? В группе а, вроде, да, мы не законнектились. Стыковка не завершена. Вот, трон не собирается. Я забыл, что хотел сделать, а я что-то инвентарировался у себя. Спасибо. А, да, я хотел. Я поеду на машинке, потому что потом я действительно поеду по картам уже. Б. Минус скорее вижу мой байк. Ну, так, тут еще не минус скорее. Thank you.
Надо репер китов наделать, я починю этот транспорт. Надо. У нас пока мало скотча для этого. Хотя пару штук клея готово. Да, надо сделать, согласен. Вот если бы снова попали на миссию, где этих кабанов куча, да, вот это было бы вообще зашибись. Там бы и костей было, и мясо бы усраться тоже. Хотя у нас его пока и так много, но все-таки хочется же больше, правильно? Ты знаешь, наверное, это единственный плюс стойкости был. Но сколько я там жрать должен был, это просто капец. Я не знаю, где столько еды, по идее, напастись. Да, конечно, в принципе, за счет этого мог бы почти и не хиляться, потому что мне там вот супчик этот из шрама, срама много давал, все такое. Так, у меня есть кофеёк, хочешь? Да, я взял. Молодец. Я в зоне? А динамит можешь бросить, у меня есть. А, вот, отлично, давай, то я тут в ночь потратил. Красиво. Оп. Ну тут пробури еще немножко, вот вот. Какую дырочку, чтобы я в нее прям закинул. Поджигаю. Стой, подожди. А, я нашел. Да, какой-то непредусмотрительный, конечно. Я же забыл, как это говно выполняется. Да, мы же уже мажор, давно такой фигню не занимались, да? Ну хрень какая-то, нахрен ее вообще выполнять. Да, машина не трошена, претит. Я по машине попал. Заметил. Не знаю, коллайдер у него здоровый, чем его сделать. На зачистку хочешь 448 метров отсюда? Ну что? О. О. Понял. А о, вдруг мой коврик. Молодец. Хороший пацан. Не вижу просто это, мне это бесит уже. Кого? Сколько метров ты со мной точно поднялся? А, 430 вот где-то? Да-да-да, вот сейчас я типа во второй раз открыл, она появилась. Че там надо зачистить? Да, скорее всего, не вижу пока. Либо завод, на котором мы выживали, либо книжный магазин, опять. Но книжный магазин легко проходит. Ха-ха-ха-ха! Саш, ты знаешь, что это значит? Мага? Да, готовь второй сундук. Да, все его хватит. Нет, ну слушай, этой херней больше заниматься как не намерен, если честно. А почему? А нахер бы это надо было? Давай бесконечный запас маги, ты шки реально. А нафига мы ее столько-то? Типа, динамит. Тратим время на это. Какой динамит? Слушай, мы этим динамитом умываться теперь можем. Так, что нам там, разбирать надо чил? Нет, по-моему, надо. Да, как раз к этим надо заняться. Двигаться будем. Ну, из таких, конечно, движки не выбить. Более целое надо. О, как раз кое-что интересное для этого дела. А, подождите, бляха, ну успеть.
уже из этого даже радиатор достался. Кстати, я сейчас попробовал впервые за долгое время попробовать разобрать автомат пустой, знаешь, который другой автомат, но там ничего не подается. И у меня с прокачанной вот этой вот фигней, которая позволяет больше всяких деталей находить при разборке. Оттуда даже сталь попадала. Я тут немножко всякого говна положил. Перебросник, так понимаю. Ну, конечно. Хорошо. Нам фары нужны для чего-то? Да, бери все. Ты будешь крафтить это? Да, да. Нам нужно все, Коль. Абсолютно. Все. Это я по бумаге уже понял, да. Бумаги же мало, Коль. Да, я так и понял. Нужно больше золота. Нужно построить зиккурат. Жди, хакеры увеличивают сбор трофеев же, да? Да. Так это в этом, в навыках, это прокачка, чтобы разбирать удобнее все было. Чтобы больше было добычи при разборе. Чё ты не обманул? Это не для этого. Я удивлен, что нахожу еще мусорки незалутанные в наше время, так. Как бы это ни звучало. О, мега-краш нашел. А, еще. Сейчас лутаю это какой-то бейкери. Там стоит, значит, кофеварка, потом вот холодильник и еще какая-то хрень. Я залутал, один удар сломал, разобрал. Залутал, сломал. Пятого уровня просто нашел. Балет третьего. И все в бейкере, блин. Как-то вообще не бейкере, если честно. По ощущениям военка какая-то. Нет, конечно, доставляет твои вот эти вот вокруг всех серьезных зданий. Ты говоришь, что вот тебе скучно, ты постоянно проходишь, ты постоянно их проходишь, учишь схему. В смысле? Ну вот эти вот твои башенки у каждого здорово, знаете, прям. Не хотели двери вообще. Ничего, блять. Не маленький, сам откроешь. Кстати, тут, по-моему, какая-то фигня должна быть вот сверху. А у них батарея есть. Сберу. О, ножки. Ножки, ножки, ножки.
Ноги, это не то. Я еще мало что. Композитный арбалет третьего, его разобрать или продать? Да, лучше продать. Возьми тогда вот это вот. Думаю, ты этому применение найдешь. Так, пятого уровня акум ты хотел оставлять? Угу. Да, в принципе, сейчас все акум буду собирать. Пока так. Надо ловушек еще понакупать. Ой-ой, нашел. Да, это видео. 18 пуль для пистолета и какие-то части. А, мачете. У меня фонарик тусклый стал. Нормальную иллюминацию подрубить. Ну чё? Я не хочу фонарь начать. Хорошо, сейчас начинаем. Подожди, выйди на секунду из Бутска. Ай, да, сброшу вещи. Которые... Так, вот это просто в домой. И это в домой. Тебе пить случайно не надо? Я, это я тебе водку слышал. Во. А как смузи из сока юки делать? У тебя нету случайно рецепта какого-нибудь? Ты же и так ее делаешь. Не-не-не, смузи. То есть это оно еще еду добавляет. Какая-то капец магическая фигня должна быть. Я умею. Нифига себе, что для этого надо. Юг, черник, снежок. Хера себе. 4 юги, 4 черники. Один снежок. Пустая баночка. Понял. Че, ты активируешь миссию? Да. Эй, дьявол. Маловато меня, конечно, убило с собой. С жрачкой делиться. Конечно, просто урон не получать. К сожалению, как не повезло. Бля. Ты, конечно, встал так. Я тебя, конечно, прикрываю, но все-таки. Стал так, с одной стороны зомби, с другой коли. Кто тебя учил воевать? Смотри под ноги. Не понял, а что, мы можем провалиться? Ну, тебе просто вспомнил, что здесь есть такие говно. О! Я там еще мины видел. Одной. Не понял. Понял, как кот, который дверь не открывает. Сейчас открою. Хороший сейф, сука. Три отмычки скушал. Оли, как шум. Понятно. Ну, кстати, на. Помойки нашел только что. Я, в отличие от тебя, опускаюсь и смотрю за тем, чтобы тебя не застрелили.
кольца в глазик. Сами, наверное, откроются. Шутверы. Ну, это Коль не возьмет снова рецепт сошек, но уже не из помойки. Так, Саша, погоди, нет, идти надо минут на 5. Я посижу тихо, надеюсь, меня никто не убьет на стеллаже. У меня где-то, по-моему, люди задетекчены. Фу, люди. Животные. Что такое? Почему у меня такая задержка? Нормально. Да нет, типа, с мышкой, что в чем беда-то? Алкоголь или, да? Что, какого хрена?